Значит, пациент поступал к нам в состоянии после инъекции раствором коаксила. Инъекцию он проводил в подмышечной области, а результат у нас на кисти, как видите. Значит, вследствие некроза были вынуждены даже гнойного процесса удалить ему фалангу 4-го пальца левой кисти. И также имеется, вот так вот возьми, имеется, видите, участки. Но это не некроз, но, по крайней мере, нарушение питания. Значит, смотрите, что мало. А сколько одновременно таблеток приходится растворять? Каждый раз как? Ну, да, в вашем случае. В моем 30. 30 таблеток? 30 таблеток. Да, я делал его по месяцу, ничего не делал. Ну, не важно. Тогда. Кто ты будешь делать? Да, а сколько они стоят, эти 30 таблеток? 300 рублей. 300 рублей? Это один раз у колодца, да? Ну, а грамм героина дороже, да? 1500, да. А, 1500? Да, может, больше. А матка? Или это похоже? Ну, можно, не знаю, не знаю. То есть... Не знаю. Это не ведется, да? Да. Ты сейчас. Вот сейчас вроде с коаксила начинается борьба. Дали указ. Закрывать эти аптеки. То есть переход на коаксил не экономический, не потому что он дешевле, а просто потому что пропал героин, так я понимаю, да? А те больные, которые пользуются этим коаксилом в качестве антидепрессанта, уже не пьют. А уже прессанты продаются. Да. Это сейчас просто коммерческие эти аптеки они продают. Просто дороже продают и все. Так, здесь тоже пациент к нам поступил, расверни руку, пожалуйста, не получается. Тоже после инъекции коаксила, вот у него место вколо, был абсцесс, фильтрация, гиперемия сохраняется. И как последствие, это отек, синюшность участка некроза на кисти. И сюда еще подкалывал, да? В артерию попал. Прямо вся кисть заболела, и стало только прошло, и сразу сюда дало, все пошло опять. В данном случае здесь пока не требуется вскрытие, как бы имеется такая инфильтрация такими участками некроза. Так. Ну-ка. Вы видели, да? Да. Ну, поверни руку, тоже можно. Ага. И повернуть даже я не мог. А сейчас все, я даже держать могу. Вот это все чувствуется, отвалится. Это как сила надо, да? Да. Что ж, ничего нельзя сделать, чтобы убрать его с улицы. Как все это лекарство все-таки, да? Не какое-то лекарство, это отрава. А ты еще подошку покажите. И там вот около локтя у нас сам было, да? Ну, локтя нет, все прошло уже. То есть не болит ничего. Тихонечко зажимаю. Ну, давайте сейчас покажем пил. Это запустить снова. Вот вся пузыря, не пойму какая. Сейчас уже вот розовенькая все это. И опухоль спала. Ну что ж, мы будем надеяться, что все обойдется более. Ты курсантов. Лежи, сколько видео висит. Очень интересно. Конечно. Ай. Это надо отработку. Да. Конечно. Наташ, потом сюда делаешь. Привозь эту повязочку. А ножку опускай. Опускай ножку. Ой. Сейчас еще ножка. Вообще. Нет, да? Сейчас я помаленьку сухой сначала. Там разберем. А вы преподаете, да? Нет, да. Да, я профессор. А.
Сейчас подходи, привет. Он там, да. А он там, да.